Всем привет, сегодня с вами посмотрим новую мобильную игру, называется Diagnosis Multitude. Переводится как множественные диагнозы. Start Adventure, давайте стартовать. Proceed to game. Влететь в игру. Главным антагонистом в игре является лис, то есть нашим главным врагом. Так, это люк. Вент-канал. Конечно, путь заблокирован, может быть, мне что-то поможет? Мне поможет монтировка. Ух ты, ничего себе. Смотрите. У нас интересный значок открывания двери. Очень похож на символ глазка. Или символ глаза. Все открывается, смотри, какие эффекты. Как будто мы в монахине. Дверь закрыта. Так, я тем самым привлекаю лиса. Тут написано, как будто бы Фазбер. Фазбер пицца. Прыгать нельзя. Так, можно садиться. Да, в игре очень красиво сразу так. Что там? Лошадка перекрывает путь в другую комнату, либо в подвал. Пока что непонятно, что нам нужно делать. Какие-то фигуры, изображение котенка. Ну, это, скорее всего, просто светильник. Дверь открываема. Можно ли найти лом? Или что нам еще может помочь открыть этот люк? Дверь закрыта. Так, лис, ты где? Смотрим внимательно, пока ни одного предмета вообще не видел. Возможно, в игре их и нет. Вент-канал? А как залезть-то? Я залез в вентиляцию чудом. Ну-ка, если встану. Графика отличная. И эффекты как в монахине. Давайте налево. Тут путь короче. Так, и мы попадем с вами в ванную. А, и в любой момент можем подняться. Ничего себе. А это что такое? Душевая кабинка. Или нет? Это просто мытье ног. Покосившаяся раковина. Нашего врага-то и нет. Шприц. Как тебя применять? Троу, смотрите. Троу это, видимо, вколоть. Или применить. То есть у лиса какое-то заболевание. И мы должны его успокаивать транквилизаторами. Мы играем вообще за кого? За врача? Welcome, honey. Добро пожаловать, дорогой, в наш лисий детский сад для друзей. Я пока лису-то и не видел. У меня все выпадет. Скрю-драйвер, смотрите. Что? А, это бросить. А тут? Что написано? Hollow Needle. Да, плохо, что игра на английском, хотя разработчик российский. Или, по крайней мере, русскоговорящий. Ой. Ёхарный вышел. Гад. А как я сейчас шприц-то возьму? Я не успею. Или успею? Лис, ты где? Почему ты сник? На. Прикол. Ёхарный вышел. Сейчас меня поймают. Он, видимо, выдыхается через время. Выдыхается или что с ним? Смотрите, какие вокруг него даже эффекты интересненькие. У меня есть шприц. Сник. Нет, шприц не для этого. Это у нас скрю-драйвер, то есть отвертка. Давайте попробуем открутить вентиляцию. Пирамидка детская. В ванную комнату идем. В общем, вернемся обратно. Тем же самым маршрутом. Прикол. А, то есть я выбрал налево или направо, да? Все, значит, отсюда пришли. Возвращаемся к себе. Очень интересный способ нести предмет прямо перед собой. Впервые вижу такой вообще в мобильных играх. Как будто иду с металлоискателем. Так, где наша комната? Недалеко ведь? Сюда, возможно, лист и не ходит. Вот он, ход. Что? Не катит? Подождите. А, все откручиваю, ура. Я думал, это дым. Ну-ка, давайте находиться прям на люке. Так, глюкануло. Ну, лис интересный персонаж. Что написано? Фьюжн. Эмульсия. ОБ. Получается, нам эту эмульсию нужно будет закачать в шприц. Кстати, это та самая закрытая дверь. Я сказал, что она ведет в подвал. Попробуем выкинуть. Не выкидывается. Окошки, видите, заблокировали. Как сюда попасть? Можно вообще как-то
схитрить. А сидя кидаться? Нет, нельзя. Так, хорошо, давайте тогда и отвертку тоже спасем. Ах ты! Мне не во что это брать. Побежали за шприцом. Так, ну тогда и отвертку возьмем. Потому что здесь она уж точно не пригодится. Напишите в комментариях, кто знает, сюда лист поднимается или нет. Дверка закрыта. Мы идем с вами в самый низ. Так, а что если я здесь пройду? А, так я здесь и нахожусь. На. Возвращаемся наполнять шприц. Так, так, так. А, йоу. Ты меня пытаешься напугать или что? Где ты там? Мы лиса обхитрили. Сейчас будем набирать жидкость. Набрали, yes. Похоже, я сейчас могу вколоть эту эмульсию ему. Так ли все я перевел? Да, была бы еще игра на русском. Или был бы выбор языка. То есть я могу это все в лиса вколоть. Лис, привет. Типа мимо, ладно. Немножко побегаем от него. Я не смог в него вколоть. Ёкарный вышин. Мне кажется, это он и был. Смотримся отсюда быстрее. Умеет ли лис ползать по вентиляции? Игра вообще супер. Она похожа действительно на компьютерную. Мы сейчас сами побежим направо. Вентиляция. Скинули ее и попадаем в еще один туалет. Ёкарный вышел. Да на! Да ничего не сделаешь. Это была подстава. Сколько у меня жизней? Все, я ожил. Похоже, жизни еще есть. Какие-то треугольники. Ёкарный вышел. И лис куда хочет, туда и ходит. На. На. И еще на. Все перезакрывал. Идем также направо. Еще есть ход наверх, но нет. Это чтобы просто встать. Размять ноги. Кстати, неплохая вещь, да, в вентиляциях. Если не рассчитаны на обслуживание людьми, то должны быть места, где я могу встать. А то вот так гуськом или ползком перебираться, это тяжело. Так, и где мы окажемся? Ах ты, так мы напротив другого туалета. И все. Наша задача, похоже, кольнуть лиса. Но это сделать не получается. Может, нужно кольнуть его, когда он будет сидеть? А, вот так? Таки раз. Да нет. Сейчас рискну просто подойти. Все, пока уходит. Нет, заметил меня. Но от него очень легко убежать. Так, давай, давай, давай. Все, сник. Мы подходим. Да, давай уже. Я его кольнул. Надо было просто подойти к нему и повзаимодействовать. Смотрите, у нас активная, конечно, сцена. Можем за ней наблюдать. Он меня тащит. Смотрите, так это супер. Вот такого в мобильных играх не хватает, чтобы мы смотрели. У нас же голова-то есть, мы можем ее вращать. Поздравляю, вы выбрали самый простой способ прохождения игры, но впереди еще много секретов, которые скоро будут добавлены. Вот это да. Будем с вами с нетерпением их ждать. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами сыграли и прошли игру Diagnosis Multitude. Разработчику спасибо за файл, предоставленный ранее, чем он вышел в Play Market. Оценивайте прохождение лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.